Есть замена. С 1 сентября начинают действовать новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузов багажа по железной дороге. К примеру, теперь при отмене поезда дальнего следования можно переоформить билет на другой вместо получения денег. Единое правило. Поступающие в добровольческие формирования, привлекаемых для мер территориальной обороны, будут приносить присягу перед флагом. Постановление об этом подписал президент Владимир Путин. Также, согласно указу, присяги приводятся работники охраны госпредприятий в новых регионах. Сезонная работа. Фактическая готовность многоквартирных домов Пермского края к отопительному сезону должна быть обеспечена к 15 сентября. Об этом сообщил Дмитрий Махонин на совете глав муниципальных образований Прикамья. По данным регионального министерства ЖКХ и благоустройства, на сегодняшний день в большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком и составляет 90%. Еще фиксируют. По сообщениям Роспотребнадзора Пермского края, в регионе продолжается выявление коронавирусной инфекции. За последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется штамм омикрон. За последнюю неделю зарегистрировано 56 случаев, что составляет 79% от числа заболевших. На содержание. В Соликамское управление благоустройства поступило 11 единиц новой специализированной коммунальной техники для содержания автомобильных дорог и общественных пространств. Новая техника была приобретена за счет средств краевого и муниципального бюджетов.